Саш, ну вот обычно лечение, курс лечения, вот твой вот из чего, допустим, состоял? Уколы, таблетки. Ну, а какие уколы? Ну, я тебе говорю, трифтазин, аминозин. Аминозин-то уже нахера? Да там они могут. Там знаешь, какие комбинации из препаратов создают? Человек пришел нормальный, да. Вечером стоим в курилке, курим. Вот, с ним. Угу. Он говорит, с тобой разговаривает, все. А на утро раз ему укололи, что утром он умер. Да ладно? Да, подлечили. Ни хрена себе, блядь. Ну, сердце не выдержало. Это ЧП там сразу. Медсестры объяснительные пишут, что кололи, когда, во сколько. А ты при Роганове лежал там? Лежал, но у него у самого не лежал. У Роганова. А то б ты точно уже нормальным не был бы, наверное. Роганов там вообще дела творил лютые, блин. По телеку же, да, его показывали, что у него там мафия, блин, залечивал всех до смерти. Или до чего там, до сумасшествия доводил. И... Ну, он от алкоголя там лечил, в основном. Ложились синяки к нему. Ну, а че? А рогатый с ними что? Кодировал их. Кодировал? Да. Чем? Дубиной, блядь. Да вот как меня тогда. Вы не будете пить как минимум 3 года. Охренеть. А по и денежки брал за цирк? Конечно. Ну а люди потом что? А ничего, ничего, что. Я пошел. А, ты Руслана не знал? Не, не знал, но я понял, про кого ты говоришь. Там здоровый тип такой. Да, он такой, пойдем, пойдем. Не, деньги отберем сейчас, говорит. По-любому. Приходим туда. Роганов встает такой. Так, а вы что на Руслана? Руслан такой поднимается, задевает лапку стеклянную. Она рушится, падает, бьется все вот так вот. Стекло там что-то стояло на ней. Она как полка была. Ага. Вазочки какие-то там, портреты. Вот. Все, попадало. И он, короче, вышел, Руслан. Да. Минжанул, я думаю. А тебе он что-то сказал? Да, ему ничего, я ему ничего. Просто встал и пошел. Да вы бухие, наверное, были, блядь, оба. Да по коктейлю выпили. Рядом просто с этим его этой богадельней были. Решили навестить, блядь. Ага. А пойдем, какой-то, деньги твои заберем. Я говорю, да пойдем. Гульнем. Ага. Нормально. Саша, а ты брейк не танцевал? Не. Я думал, ты танцевал. Это Рудик брейкер, да? Это Рудик, да. Рудик хорошо танцевал брейк? Верхний. Верхний? Так. Я думал, он нижний там крутил, вертел, да. Верхний хорошо, Мамонов танцевал. А циклодол вообще выдавали или как? Выдавали. Выдавали прям? Вот прям платформу дают и все. А нахера? На отходняк, что ли? Нет, чтобы снять усидчивость вот эту. От... Ну, от этого, от Мадам Депо. Ну, я понял. Трифтазин. Пиридол тот же. Ну, а навязка? Бывал ты? Попадал на вязки? Нет. Только Бог миловал. Все всемашки меня привязали. Зачем? Когда я кричал в этом всю ночь, помнишь? Когда я выпил 10 пузырьков. А, 8 марта. Когда Агыга купил ботинки в магазине и написал у них, обмыл. Блядь, да. Вот там меня привязали. А ты куда-то там рвал? Я кричал, дайте воды. Они не придут ваткой вот так сможете. Я говорю, дайте напиться воды. Нет, нельзя, вы можете задохнуться. Почему? Ну, типа, блюанете. Я говорю, да я не блюю уже 30 лет от буквы. Я уж давно не блюю. Тру-ту-ту-ту. Аутентичный вкус алкоголя во рту. Тру-ту-ту-ту. Да, тогда день был очень веселый, блин. У меня до сих пор где-то видео есть, блин. Да. Ты там и какие-то стихи читаешь, и какие-то песни там. Я от жизни устал. Что-то там такое. Что-то там вообще прикольно было.